Всем привет, с вами Гаврил, и это программа Dota Trade. Сегодня я покажу вам сет на Акса, его название VDefend Axe. Вот так выглядит у нас модель данного сета. Выглядит он плохо, ужасно, отвратительно. Хуже сета на Акса я не видел. Сет состоит из четырех частей. Все они комонки, это топор, голова, плечи и пояс. Ну правда, сет очень плохо сделан. Как будто его лепили из пластилина или из пластика штамповали на детский утренник. В общем, плохо. Из-за этого он очень дешево стоит. На момент выхода ролика цена сета составляет 4 комонки или даже меньше. Смело проигрывайте данный сет на ставках Dota 2 Lounge. Давайте посмотрим, как выглядит данный сет в игре. Вот, собственно, так он выглядит. Обратите внимание, вот топор стандартный выглядит гораздо лучше, чем вот эта пластиковая фигня. Единственное, что мне нравится в этом сете, это вот шлем такой с рогами. Ну, более-менее симпатичная штука. Ну, вот так вот выглядит так спереди. Так выглядит так сзади. Вот этот пластик пластилиновый, это ужас просто, отвратительно все. Ну и иконки. За счет этих рок сет вывозит. Если бы шлем был тоже пластиковый, какая-нибудь такая кочерышка какая-нибудь, то было бы вообще плохо. Я не обозревал данный сет. Не советую никому. Не собирайте этот сет. Забудьте этот ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.